Видео создано при поддержке группы «Игра престолов». Валар Моргулис, друзья! Вселенные «Игры престолов» и «Гарри Поттера» огромны, увлекательны и любимы многими. Они имеют кое-что общее. Некоторые актеры появляются в обоих мирах. И именно об этих актерах человек расскажет в этом ролике. Киаран Хайнц в «Гарри Поттере» сыграл брата Альбуса Дамблдора Аберфорта. Фанатам же «Игры престолов» он известен как «Манс-налетчик», «Король за стеной». Николас Блейн, сыгравший во втором сезоне «Игры престолов» короля пряностей, одного из представителей правящей элиты Кварта, в «Гарри Поттере» появлялся как Боб, коллега Артура Уизли. Мишель Фейрли, известная нам как Кейтлин Старк, в первой части «Гарри Поттера и даров смерти» сыграла роль матери Гермионы Грейнджер. Наталья Тена, исполнявшая в «Игре престолов» роль одичалой Оши, в «Гарри Поттере» играла роль Нимфадоры Тонкс. Фредди Сторм, появившийся в шестом сезоне «Игры престолов» как младший брат Сэма, в «Гарри Поттере» исполнял роль гриффиндорца Кормака Маклагена. Джулиан Гловер, исполнявший роль великого мастера Пиццаля в «Игре престолов», озвучивал огромного паука Арагога в «Гарри Поттере». Иэн Уайт, имеющий довольно-таки немаленький рост 2 метра 16 сантиметров, в «Игре престолов» исполнил несколько ролей. Он был одним из белых ходоков, горой во втором сезоне и великаном Вунвуном. В «Гарри Поттере» же он сыграл роль Олимпии Максим, директора французской академии магии Шармбатон. В сценах, где Олимпия и Хагрид поражают нас разницей в их росте, именно высокий Уайт, облаченный в женский наряд, стоит рядом с Хагридом. Лицо мадам Максим было добавлено ему позже с помощью компьютерной графики. Дэвид Брэдли, он же лорд Уолдер Фрей в «Игре престолов», сыграл в серии фильмов о «Гарри Поттере» завхоза Аргуса Филча. Бронсон Уэбб, сыгравший в «Игре престолов» разведчика ночного дозора Уилла, которого казнил Нед Старк, в фильмах о «Гарри Поттере» появляется как один из приятелей Драко Малфоя. Ральф Айнессон, исполнявший роль Дагмера Щербатого, одного из людей Тиона Грейджоя, в «Гарри Поттере» сыграл Амикуса Кэрроу, одного из пожирателей смерти. Эдвард Тюдор Поул в «Игре престолов» исполнил роль одного из протестующих граждан. В «Гарри Поттере» он играл мистера Горбина, одного из владельцев лавки Горбин и Беркес. Это вырезанная сцена из части «Гарри Поттер и тайная комната». Салли Мортимор мы видели в «Игре престолов» как жительницу Браваса. В «Гарри Поттере» же она была заведующей библиотеки Хогвартса. Дэниел Туит, он же Лотар Фрей, сын Уолдера Фрея в «Игре престолов», был в массовке, когда снимали сцены в Министерстве магии в первой части «Гарри Поттера и даров смерти». И на этом ролик подходит к концу. Делитесь в комментариях интересными кроссоверами с различных фильмов и сериалов. Например, Аргус Филч убил Кейтлин и Роба Старков. Уолдер Фрей убил мать Гермионы. Козимо де Медичи, он же Роб Старк в сериале «Медичи», женился на дочери Уолдера Фрея. И так далее. Если вам понравилось видео, поддержите его, поставив большой палец вверх. А если еще не подписаны на канал, то подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролики. Также у канала есть Инстаграм и активная группа во ВКонтакте. Посты добавляются каждые полчаса. Буду рад вас там видеть. Ссылки на них в описании под роликом. Спасибо за просмотр. Всем пока!